Всем доброго времени суток. Смотрите, как у нас погода красивая. Снежок цветет. 7:27. У нас вторая прогулка, а занятие, не прогулка. Где она? Миледи? Ути, господи, куда ты забралась? А ну иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Давай, 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 пойдем. Ай, потягушки. Пошли, миледи, пойдем. Пошли, пошли. Не хочет эта погода выходить. Тебе не нравится погода? А надо заниматься. У тебя выставка 11 числа. Надо. Надо заниматься, девочка. Тебе погода не нравится. Ну ты вроде тоже не с теплых краев. Молодец, пошли. Дорогие друзья, погода не помеха для занятия. Еще раз ноющим, плачущим, говорящим, понимающим в вашем лице, кто там пишет. Обратите внимание, она не трепет канат. Она хватает и приседает. Сейчас ходит в туалет и придет. О, молодец, миледи, молодец. Девочка ходит, знает куда. Возьми, миледи, возьми. Молодец. И еще раз по командам. Апорт, барьер, дверь, труба. Миледи, труба. Миледи, труба. Вот я буду учить команде труба. Где же, в каких регламентах написано, что вы ко мне пристали, а порт это взять, барьер это перевод. Мне хочется команду. Вот я сейчас ее научу, команду труба. Миледи, труба. Вот так вот, да. Труба. Ну и что? Чем это отличается? Миледи, возьми. Возьми, девочка. Дрожишь. Ай, молодец. Вот так возьми, возьми. Молодец. Вот так, держи. Держи, работы, работы. Занятие занимает от 3 до 7 минут. Вот, смотрите, сейчас она вот просто ходит, также приседает, хватает и все. То есть не там с фанатизмом, не там с ума не сходит она там. Знаете, берет, трясется, слюни текут, все, в игровой форме. Миледи, смотрите, что она сделала с канатом. Давай, вот так возьми за узел, вот так, все. И неужели вы лучше знаете, чем специалист по питбулям? А вот мне просто интересно, откуда у вас такой опыт? Я вам говорю, мне посоветовал эксперт международного класса. Вот эти занятия, чтобы задние лапы не отрывались. А человек, который занимается много лет питбулями. Человек, который выставляет, делает выставки для питбулей. И у него самые крупные выставки, монопородки по питбулям. До 170 питбулей. Со всей России приезжают. И не только с России. Беларусь, Казахстан. То есть люди приезжают, но нет, вы знаете лучше. Ну, вы знаете лучше, а мы будем продолжать то, что мы делаем. Мальчишки наблюдают, все отлично. Все, сейчас я отключу камеру, еще минутки 2-3, и мы пойдем домой. Всем доброго времени суток. Вот наша ученица. Ученица первого класса, или как называется? Не, у нас дошколка еще. Она еще в детсад. Детсадик у нас. Стой-ка. Чтобы не сглазить, не дай бог. Она, я как понял, уже сама все делает, Вик. Да, скоро не нужна буду. Скоро, да. Стой. Если начнет разговаривать, я думаю, скажет, что и кофе варить, да. Стой. Но она занимается, потому что мы ей иногда напоминаем дома вот эти всякие. Надо напоминать, конечно, быстро все забываем. А то она забудет и все. Как ей идет кофюра? Корона? Да, корона. Шапочка. Как ей шапочка идет? Красная шапочка. Рога. Смотри, жоник не видел, не вез, и начинает этот самый лаять, воить. Думаю, потому что я с ней начала, а не с ним. Он же главный вот, здесь. Мужчина. Вот оно чего. Зубы. Молодец. Показывай, да? Ну, так себе. Так себе, да? Зубы. Ай-яй-яй, ты что забыла? Что забыла? Зубы. Нет. Зубы.
подожди, давай, начнем сначала, хорошо. Зубы. Молодец. Ой, молодец. Нет. Айкуль как занимается? Не забыла, нет? Плохо занимается. Плохо? Ну, хуже, да. Хуже, чем раньше, да? Ну да, то ли она выеживается, то ли подзабыла. У нее пока нет же такого опыта. Ну да. Как у остальных. Она же ребенок еще. Вы хотите сразу чемпион за два дня, чтобы стал? Хотим, конечно. Такое не бывает. Не бывает, правда. Миледи, а ну ты им... Устраивай хороших дней. Да, чтоб просто не было, чтоб, да? Чтоб легко не показывался. Стойка. Стойка. Молодец. Да хорошо. Да, переусаживать их будет сложнее, чем сразу сделать правильно. Поэтому ко мне. Там подходит, остановился. И вот рука с лакомством встречает собаку. Ну да. Даешь лакомство правильно. Насколько правильно даешь лакомство, настолько правильно садится собака. Если я буду лакомство давать вот отсюда, она будет садиться поперек. Ну да. Поэтому она иногда у нас так и делает, потому что останавливается уже на пол это самое. А как она получила лакомство, так она запоминает. То есть если я села криво, я получаю лакомство. Она должна понимать, что если она только четко сидит сбоку правильно, да, вот, ну, ровно, только тогда она получает лакомство. Гуляй. И корпус не вращай, то есть корпус должен ходить на месте. Ты не крутишься за собаку. Тогда надо правильно подходить. Ко мне! Молодец! Умница! Молодец! Хорошо! Умница! Да, молодец! Умница какая! Умница. Шоколадка! Гуляй! Шоколадка! Шоколадка! Смотри на нее. Такой чего ты присела? Ко мне. Молодец. Устала? Миледи. Молодец, ребенок. Гулять. Молодец. Сидеть. Садись-то как красиво. Ну, конечно. Вы сейчас до выставки команду сидеть, используйте меньше. Чтобы она садилась, потому что сейчас я ее вставила, у нас был достаточно большой интервал, да, по занятиям. И поэтому она подзабыла и помнит только то, что вы делали последнее, да, чтобы делать чаще остального. Видимо, чаще остального делали команду. Ну да, чаще, потому что когда перед едой, мы ее... И поэтому она запоминает только... Только вы ее не ставили, поэтому она и садится, нравится садиться. Вы сейчас берите команду. Хорошо. Сидеть вот на вот эти дни до выставки. Потом подключим. Да? Все, поняли. Ко мне! Молодец! Молодец. Хорошо, молодец. Умница. Гуляй. Молодец! Умница, да! Бабуля тоже хочет заниматься, видишь как? Еще не придумали выставки достойные. Бабуля. Бабуля хочет заниматься, а что-то сам рай. Препятствует ему ее. Молодец.
Вот так вот. Самурай у нас. Самурай. Ну, скоро это самое, Миледи научит. Зубы, да, Миледи научишь. Зубы такие крупные. Да? Зубы красивые у него, да? Красивые, крупные. А прикинь, эти крупные в пятую точку Олега они были. Да, я все видела, мне все показали. Они думали, самурая нет, у него зубы, блин. Да. У него зубы, как у графа. Мне кажется, у него больше, чем у графа зубы. В отношении с размером, наверное, больше. Не, у него зубы, да, мощные. Да, да. Так что, маленьким ростом, но зубы акульи. Да. Любит заниматься или нет, Вика? Да, он там с удовольствием. Стойко. На камеру он хуже занимается, чем без, конечно. Хуже, да? Да. Ну, не любит Пашка позировать. Да. Молодец, Амошка. Он какой молодец. Стойка. Все удобства, дорогие друзья. Только желание, чтобы это самое, заниматься. А желание, как я понял, у Виктории есть. Конечно. Так что... Думаю, все хорошо. Японец любит заниматься. Японец сегодня в ударе. Вика, этой цепи, если не будет слушать... Можно будет его это... обучить, да? Да. Пока арматура нету, сейчас поблизости вот этой цепи тоже можно. Да, молодец. Ай, молодец какой. Хвостик на месте, все на месте. Колокольчики на месте. Колокольчики на месте. На, ай, молодец какой. Молодец, зубы. Ну, и он на высоте, ему нравится вообще. Быть на высоте? Да. Суперзвездой? Не, он даже на улице, когда гуляет, на низе какой-нибудь. Вот это, чтобы подниматься. Ну, он еще и детство был приучен к столу. В принципе. Это в таком возрасте уже сложно. Не жирный век, нет? Нет, хорошая форма. Хорошая, да? Угу. О, хорошо тогда. То думал, мне толстенький, мне казалось, какой-то. Толстенький был момент, он был худенький. Помнишь? Ну да, высокий. 3 метра. В прыжке. 3 метра высоты у него было, когда был маленький. Под годиком у него высота была 3 метра. А сейчас вниз растет, да? Ширину. А у меня шире графа. Линяет, правильно? Ага. Надо помыть и это самое. Продуть. Конечно. Все, дорогие друзья. Зубы еще раз показываю тут поблизости. Только посмотреть, какие беленькие зубчики. У меня чернее, чем у него. Дорогие друзья, с Днем Победы вас! Счастья, благополучия, мирного неба. Не устанем поздравлять, потому что это один из самых моих любимых праздников. Это дни рождения моих родных, Пасха и День Победы. Это любимые мои самые праздники. Неважно, праздник, не праздник, наши занятия продолжаются. У нас сегодня выставка на РКФ, то есть тренировочная. Когда я говорю РКФ, должны все знать уже наши подписчики, что питбули на РКФ не признаны, мы не выступаем. Сегодня 9 мая, а 11 мая первая выставка вот этой мадмуазель. Не грызи твою же дивизию, не грызи, говорю тебе, фу, нельзя. Майя, дорогие мои, неважно, еще раз повторюсь, мы готовимся. Да, мы с маэстро знаем, и многие знают, что наш питомец шикарен, но это не дает повода нам расслабиться, это не дает повода нам отпустить руки и говорить, все, собакой надо заниматься. Люди, спортсмены, кто занимался спортом, понимают, что это такое. Сегодня она, через день может быть еще другой питомец, но мы не должны отпускать руки. Еще к вам обращение. Если вы обратили внимание, ролики начали выходить реже. Почему? Мы неоднократно с маэстро вас предупреждали и просили насчет лайков. Лайк – это наша работа. То есть мы не попрошайничаем денег, мы не просим нас задонатить, мы всего лишь просим нажать одним пальцем на пальчик.
И все, чтобы мы видели, вы цените нашу работу, и мы будем стараться. Но когда вы ее не цените, это то же самое, как бизнес-проект, понимаете? То есть ты делаешь бизнес, если этот бизнес не идет, умный человек не будет до упора вкладывать туда деньги, чтобы уйти еще раз больше в минус. То есть он рассчитывает, что он вложил 100 рублей, не пошло, он больше не будет его развивать, потому что он убыточный. И также мы можем перевести это в бизнес и то же самое подумать о канале. Но, у нас есть своя аудитория, ради кого мы стараемся и делаем. Также мы будем для них продолжать делать, но уже в других количествах. Один за всех и все за одного. Неважно, ты хейтер или не хейтер, неважно, ты любишь нас или не любишь нас. Вы всего лишь смотрите на животных. Вы всего лишь оцениваете животных наших, питомцев. Так что предупреждение номер два. На третье предупреждение, я говорю на полном серьезе, я не пугаю, не шантажирую ни в коем случае, потому что мы не монетизируемся, мы как жили, так и живем, мы показываем свою жизнь, жизнь наших питомцев, поэтому хуже нам не станет. Но вы будете тосковать по нашим питомцам. Шорты будут для того, чтобы напоминать о наших животных. Это второе предупреждение. Мы не просим, мы требуем лайки за нашу работу. Неоднократно, потому что маэстро мне говорит, начинают наглеть. Доброту воспринимают за слабость. Это, естественно, не касается всей нашей аудитории, потому что есть адекватные люди. Но мы, чтобы не огорчить остальных, перейдем на телеграм-канал. На закрытый телеграм-канал тех наших подписчиков пригласим, которые постоянно лайкают, комментируют, поддерживают и радуются успехам наших питомцев, а также нашим успехам. Это второе предупреждение. На третье мы поменяем наши планы. Мы имеем на это право, потому что мы не выбраны вами, мы не депутаты, чтобы вы нас выбирали и потом требовали. То есть мы самовыродки, можно сказать. Мы сами по себе. Поэтому я вас крепко обнимаю. С Днем Победы. Ждите, мы поехали. Мы на месте, дорогие друзья, смотрите, она кого? Она размеры не смотрит, да. Не смотрит. Не подводи, мало ли. Не-не-не-не. Давай, миледи, быстрее. Давай, молодец, надо подбадривать ее. Ай, молодец, ай, хорошо, девочка, молодец. Все, первый раз с трудом шла, а второй раз пошла. Нет, Пит. Со всеми знакомиться. Мы же тоже молодые. Сколько вашему? 9 месяцев. О, нам еще 4. И что там унюхала? Миледи, а ну как я тебя учил? Молодец. Молодец. Дорогие друзья. Заходим. Леди, это чьи такие ушки? Мадемуазель готова. Мы на месте, дорогие друзья, не буду ходить, там собачек фиксировать, снимать. Все это я вам показывал, мы приехали на тренировку. Не покладая рук, занимаемся, тренируемся. 9 мая, 15:29. Приглашали на дачу, куда-то на там, природу, но мы живем на природе, и нам интереснее вот здесь. Посмотрите, какая стойка. Это новая армянская стойка. Задняя нога закинута назад. Да, армянская, болдавская стойка. Вот такие ушки. Ну что? Ну как летающая мышка. Ну вот собачки, знаете. Те же самые собачки, то же самое, но у нас сейчас акцент на другом. Дорогие мои, я ролики за несколько дней, не ролики, а кадры за несколько дней соединю, положу, сложу. И Виктория занималась, и мы плавали, и прыгали. Все было за эти несколько дней, поэтому все, вам такой винегретик сделал, соберу, смотрите на здоровье. Спасибо большое. Ну что, с тетей поздороваться, Виколь? Тетя? Тетя. Я тебе говорю. Она уже ростом с Азмирой. Азмир, племянница твоя. Смотри, она лезет прям. Азмир в шоке, думает, кто ты ко мне в пасть лезет, да? Будь я не на выставке, потому что вы не обращались. Вот они поздоровались, увиделись. Кто не знает, родная тетя Миледи. С маминой стороны. А Змирочка наша, куколка наша.
Вот видите, как цвет отличается? Два коричневого цвета. Молочный, да, и темный шоколад. Горький шоколад и светлый шоколад, да? Молочный шоколад. Ну что, дорогие друзья, пофиксирую тренировки. Кто не в курсе, кто не знает, самые классные тренировки проходят на выставках. Тренировочный ринг. Собачка занимается, собаки, шум, гам. Ой, как красиво. Ой, прям на камеру, а? Молодец, мальчишка, молодец. Дорогие друзья, у Миледи каждый день тренировки. Повторюсь, для плачущих, ноющих, детства собаки, третья, четвертая, именно для них. Питбулям это необходимо. Это их смысл жизни. Для них это просто колоссальное наслаждение. Просто колоссальное наслаждение. Потому что у них накапливается энергия. И если эту энергию в правильное русло не направить, то вы знаете, чем чревата энергия питбуля. Выставка в РКФ, мы под вечер подъехали уже, ну, как бы все заканчивается, народу меньше стало. Все, оставлю, пусть занимается. Викуля, вот он так здесь, когда мы на выставках, ну, много не разрешает снимать, отвлекаю, и она отвлекается. Так, давайте посмотрим, сколько я вешу. Пока. Весы не работают, или я такой толстый, или весы не работают. Ой, какая стоечка. 11 мая, Ховрино, первая выставка Миледи. Вот ролик смотрите как раз 11 числа, когда... Ну, не, мы уже не на выставке будем, потому что выставка с утра. Мы смотрим 1 числа. То есть на следующий день... Естественно, смонтирую, чтобы не тянуть, выставлю вам выставку «Скор», где участвует Миледи. Побегаем, побегаем, молодец. Дорогие мои, смотрите, мы не сидим, не сложа в руки. Мы занимаемся и идем к своей цели. Знаете, вот есть люди, которые просто сидят дома, выводят своих собак на выставке. Если какое-то призовое место не заняли, сразу возмущаются. Так вы занимаетесь. Показывай, да, Викуль? Можно еще раз, пожалуйста? Я так хочу. Сейчас включил камеру, не покажет, смотри. Ой, ты, господи, ну что за чудо? Аж все зубы показала. Молодец. Ну дай пожрать, она ждет. Ох, какой красавец, посмотрите. Привет. Смотрите, как смотрит. Привет, красавчик. Ты, господи. Смотрите, какой маленький. Все, пусть занимается. Не отвлекаю. Что ты говоришь, Вик? Свободная стойка? Свободная стойка, дорогие друзья. То есть собака сама встала в стойку. Вика не поправляла ничего, она сама стоит. Вика, ушки нравятся как? Ну, ты что, еще 6 дней не прошло, как мы начали ставить. Спасибо. Ну, красиво, когда у девушки ушки большие чуть-чуть, не только у собачек. Как она меня терпит, а? Ну, я любя. Ой, как она зубы показывает, как мне нравится. Дорогие друзья, что мы делали? Она зубы не показывала. Вика поставила нам задачу дома, объяснила, как это надо делать. Мы, Вике, как будто экзамен. Я в жизни ни перед кем так не отчитывался, как перед Викой. Задачу ставит, уезжает, понедельник приезжает, один раз занимается, поставит кучу задач на всю неделю и уезжает. Я, знаешь, какую выставку вспомнил в Туле? Помнишь, когда бэбики зубы говорили? Собаки дергали, спрыгали. У графа ты тоже быстро научила показывать. У меня есть страшный прием один.
не рассказываю за бесплатно. Добавляйтесь на наш платный канал за 6000 рублей в телеграм-канале. У меня есть виртуальный канал. У меня есть виртуальный канал, 6000 рублей стоит. Есть, конечно, у каждого хендлера, у каждого кинолога есть свои секреты, о которых они, дорогие мои, не оглашают. Это их кусок хлеба. Если все они нам будут рассказывать, тогда смысл. И я еще раз скажу, каждый должен заниматься своим делом. Приятно. Вот, вот, ой, свободная, да? О, Викуля довольная. А теперь поправляет. Ути господи, ути господи, посмотрите на какого. Бультерьер в своем репертуаре, что-то во рту. Пасти. Это старый английский бульдог? Да. О, ничего себе, я разбираюсь, я сам удивился. Анатольевна, тебе привет. А у меня у подруги просто бульдоги. Я поэтому более-менее начал разбираться, мне очень нравится эта порода. Я тоже удивился. Анатольевна, видишь, благодаря тебе выпендриваюсь насчет породы. Люди удивляются. Хорошенькие. Ну все, дорогие друзья, на этом закончу съемку. Позанимаемся, чтобы не отвлекаться. А все, что мы делали за эти недели, месяца, громко сказано, за эти недели, дай бог, результат увидите 11 числа, наглядно, когда Миледи будет выступать. Все, а мы сейчас еще нам 45 минут заниматься, ехать домой. Завтра у нас плавание и так далее, прыжки, плавание, все как положено. Всем спасибо. Дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, посмотрите, как они друг рядом с другом. Это сколько их? 7 и на метр на 2, да, получается? Посмотрите, мы одного лорда удержать не можем, мы одну свою собаку не можем удержать. Это Салюки. Какую можно погладить, вы сказали? Вот этого. Хороший мальчик. Ой, какие светленькие. Ой, это, наверное, девочка, да, вот, прижалась? Это кобель. Сука, только вот это. А ей пофиг, вот поэтому ей пофигу. Ну, посмотрите, какая куча щелотки. Я даже не проснулся. От моих рук редко кто просыпается, девушка, да. Я шучу. Салюки тонкие натуры, поэтому, да. Хочется заниматься? Возьми кого-нибудь и не представляй. И какую вы еще сказали? Вот этот мальчик? Да. Мальчик. Мультик красивый. Красивый мальчик. Дорогие друзья, ну посмотрите, как вот, вот. Посмотрите, как бы девочки вот воспитывают. Посмотрите, они все лежат на. Они сами такие? А у вас питомник? Да, у нас питомник. И где находится? Жестово. Пирогово. Пирогово? Пирогово это на Фрунзенской, которая? Это вот тищи, мы. И сколько у вас их? Конкретно сегодня? Не, сегодня 7, вообще, в общей сложности. В общей сложности. Я просто не просто так, мало ли кому-то заинтересует. У нас достаточно. Собак считать. Денег или собак? Собак и то, и другое. И денег достаточно. Собак считать нельзя. Вы правильно сказали, я посчитал, одна у меня ушла. Поэтому нельзя. Ну я не считал, ну как там? Достаточно. Я имел в виду вообще не именно, а на продажу есть какие-то? Я про да, это имею в виду. Да. На продажу тоже считать нельзя? Вот. Давайте я эту красивую женщину запечатлю. Ну, вот по... Вы в розыске? Пожалуйста, нет. Тогда разговаривайте. Да, пожалуйста, вот такие щеночки. Посмотрите, дорогие друзья. Если не секрет, скажите, пожалуйста, какую стоимость такие щеночки? По-разному. Это все очень индивидуально, смотря кому, смотря куда, смотря. И для каких целей. Если вот как мы берем на выставку ходить, для своего, не для размножения, или как правильно говорят? Ну, вот 100 и выше. От 100 и выше. Это с документами, РКФ-ными, да? Да? Ой, ты господи! Эти мой сладкий. Рынкуш, построй глазки, фенки.
Фрэнки, это вот этот? Фрэнки, да, покажи. Ой, ой, Фрэнки прям. Жемчужина наша. Вот так. Фрэнки, еще попозируй. У Фрэнки армянских корней нету? Нет, у него только перс. Чересчур он себя показывает. Ну вот так вот, дорогие друзья, посмотрите, какая красота. Дорогие друзья, перед бассейном 5 раз туда и в обратную сторону, в одну сторону и в другую сторону. Вот так, на игрушку, без еды. 1, 2, 3, молодец. 4, молодец. Еще раз и окончательный. Давай, выиграй, молодец, давай. Хорошо, молодец, умничка. Вот так перед бассейном, дорогие друзья, пробежалась. И еще пробежалась. Ну еще, маэстро. Маэстро в азарте. Ой, так, видите, даже уже прыгает. Вот так, на игрушку, без еды. Молодец! Готовимся, дорогие друзья. Идет полная подготовка к выставке. Напоминаю, 11 числа. Может, не раз говорил, но все хорошо. И еще раз вот так снизу зафиксирую, как она проходит. Вот так. Видите, как она умеет? Она уже прыгает у нас. Потому что приучилась, дорогие мои. Приучилась. Вот так вот. Моя азартная девочка. Ну все, хватит, а то сейчас... Мы купили натяжитель, сейчас вам продемонстрируем в бассейне. Ждите. И, друзья, приучиваем к игрушке, разыгрываем. Давайте. Посмотри. Возьми. Молодец. Уже, видите, потихонечку она относится. Смотрите. Возьми. Молодец. Отдай, скажи. Маэстро, теперь в другую сторону кинь, пожалуйста. Вон ту сторону. Ай, молодец! Неси. Потихоньку, нормально, отлично. Мы ее приучили, чтобы она за игрушкой прыгала в бассейн. Принеси! Давай, принеси! Давай, быстрее принеси! Принеси, миледи, принеси! Пусть погрызет, пусть добычу поймал. Она раза 3-4 принесла. О, молодец, миледи, молодец! Она, ее погружаем в воду, она плывет к выходу, но мы держим, таким образом она работает, чтобы постоянно она не выходила, не заходила. И уже дождемся графа, сейчас вместе с вами первый раз демонстрируем. Почему мы сегодня тренируемся? Потому что за день до выставки собака ничего не должна делать, только поесть вечером и все. Поэтому мы занимаемся сегодня, мы занимаемся уже на протяжении больше 2 недель постоянно. Не все, конечно, показываем вам. Регулируем. А потом, когда она научится, она будет по центру есть, я буду держать. И давайте теперь сейчас я пойду на полицию. Насчет ушек не переживайте. У нас специальные капли, кто не знает, для капли. Все, она сама работает. Пошли. Все, вот она на месте плывет. Задняя лапа. Ай, молодец. Ай, хорошо. Все, вот я сейчас фиксирую. И потихонечку вот все видите, она сама плавает. Теперь в обратную сторону. Ай, молодец. Ай, хорошо. Плыви. Ай, молодец. Давай, работай. Ко мне. Давай, поехали. Ай, молодец. Граб, ну сейчас. Терпеть ему. Работай. Вот таким образом мы будем работать.
Пошла. Лебедь белая. Давай. Пошли. Плывем. Плывем. Давай. Я отпускаю ее. Сейчас я отпущу, чтобы она сама. Все. Давай. Все. О, как там бед. Видите, как я. Смотрите на лебедя. Смотрите, скорость. Обратите внимание. Плывет. Ай, молодец. Акулочка ты наша. Все. Вот и все. Еще раз, желание и любовь, все и всего достиг. Ну что, дорогие друзья, прополоснули, помыли. Миледи, вот она. Все, мы сейчас на Миледи не обращаем внимания, якобы, только занимаемся графом. Пусть Миледи наблюдает сама и посмотрим, что из этого выйдет. Маэстро, вот один мяч, вот второй. Наша задача сейчас, во-первых, графа занятие. Он этот. Так, надо так. Взять, давай просто. Возьми. Где поближе упустили. Давай, возьми. Молодец. Наблюдаем, дорогие мои. Акцент на графе, но наблюдаем за Миледи. Она свои 25-30 минут отработала классно. Ты что, как мешок с ЦГ? Миледи, давай. Давай, Миледи. Ай, Миледи, давай. Оставь. Я все наблюдаю за ней. Ее не трогаем. Оставь! Молодец. Миледи наблюдает. Ну, понятно, что вы это уже неоднократно видели. Что он сейчас будет делать? Возьми. Что за круг почета? Я не понял, на параде, что ли, ты? А, и обязательно ко мне должен подбежать. Ты что, издеваешься, что ли? Давай, не бери. Вот и Миледи плавает. Посмотрите на ее скорость. Ничего себе у нее скорость. Торпеда маленькая. Надо второй достать, чтобы он ушла. Оставь! Молодец! Иди бери второй там. Возьми. Иди вон, в воде есть, иди бери его. Он не дурак. Маэстро, сейчас когда... Сейчас я его закину, ты его мяч ему закину, ты ее с этой стороны погрузи. Оставь! Граф! Молодец! Маэстро, ты иди ее с той стороны, и пусть они вместе там плавают, а я туда подкину, посмотрю, какая реакция будет. Оп. Граф, ну аккуратно. Ждать. Самое главное, чтобы он на нее не прыгнул. Сейчас он прыгнет потом. Возьми! Сейчас он прыгнет. Давай.
Все, маэстро, не даем ему выходить. Сейчас он выйдет. Да. Граф. Граф. Возьми. Дорогие друзья, вот в таком темпе, я думаю, что мы сейчас просто вдвоем, еще раз повторюсь, гораздо удобнее, эффективнее работать вдвоем. Поэтому сейчас мы покидаем ему мяч, он свою тренировочку отрабатывает, она будет свою тренировочку отрабатывать. Ее не загружаем, а завтра полностью день перед выставкой они у нас отдыхают. То, если быть точнее, миледи отдыхает, спит и ест, и все. И на прогулку. Вот она сама пришла, видите, мы ее не создаем. Сейчас придет, и маэстро, она придет и сразу погрузи ее, погрузи. На лежак нет. Не-не, грузи, грузи, пусть работает. Граф, прыгай, возьми, граф! А у него там близко, он не возьмет. Вот она спокойно. И вышла. Молодец! Самая еще одна из важнейших задач, что когда она выходит, то она не бежит там за стул, в другую комнату или прячется там за лежаки. Это очень тоже важно. Все, она вышла, мы ее не трогаем. Вот она прошлась. Зайдет сейчас в комнату, выйдет, у нее свой обряд. Давай, 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 давай. Давай, 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 миледи. Во-во, она к нему, пусть она смотрит. Вот она, видишь, за ним наблюдает, как он прыгает. Аньки, поймал я тебя. Давай тебя сюда погружу. Я думаю, сейчас он ее за эту ручку схватит. Молодец, миледи! Умничка! Видите, она забегает, и раз выбежит. Все, помните, у него свой обряд, у графа свой обряд. Все, дорогие мои, всем спасибо. Отключаюсь, занимаемся, тренируемся. С графом у нас занятие займет более 45 минут. Ну, я говорю 45-50, но у нас как минимум час 10, час 20. Если миледи уж соизволит на первом занятии, сама прыгну, то, естественно, подключусь и вам все покажу. Подождите, смотрите. Она же сама пришла. Ну, как я? Не кусай его туда, потом жалеть будет. Все, все, отлично, маэстро, отлично. Все по плану. У нас, дорогие мои, видите, прям в эфире. Все. Попробуй ее игрушку дать ей, маэстро. Скинь, только не воду, не воду. Ай, бесстыжи. Ай, бесстыжи. Что за кавалер такой? Ай, молодец. Он сказал, женщина, твое место в кресле, сиди и жди. Миледи, 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 возьми, миледи, давай, 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 миледи, миледи, давай, маэстро, кидай за игрушку. Маэстро, только так, ладно. Кошки, мышки играют, посмотрите, как она, на свои лапы. Она ему не отдала. Этого бесстыжего. Давай, давай, я тебе помогу. Давай, давай. Смотри, капа. Ногой бьет. Давай, 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 пошел. Давай, давай, отлично, молодцы. Вот, 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 миледи, миледи. Миледи. Молодец, молодцы. Молодцы. Ух, как она быстро уже выходит, а? Дорогие друзья, знаете, как с маленьким ребенком, каждый раз какие-то новые действия, а ты как родитель радуешься всему. Миледи, на. Смотрите на это, он и это хочет забрать. Подожди, маэстро, ее возьми, ты кинь, а я, ты кинешь игрушку, а я ее, да, я игрушку кину.
Сейчас и ему. Смотри. Сейчас, дорогие друзья, две игрушки кидаю. Раз, два, три. Возьмите. Молодец, миледи, молодец, граф. Ай, молодцы. Первый пошел. Второй пошел. Все, уже четко выходит. Мне это нравится. Опа, иди сюда. Взять. Возьми. Леди. Маэстро, ну ты что опять? Взять. Надо крикнуть опор. Сейчас. Через эту штуку прыгнет, кричи барьер. Ты что, маэстро? В регламенте же так написано. В Конституции Российской Федерации так прописано. Ой, взял, ай, взял. Намеренно. Возьми. Возьми, давай. Давай, ее тоже, ее. Ее, погружай, ее пока стоит. Ай, возьми, быстро, возьми. Давай, милиция, давай. Ай, молодцы, ай, молодцы. Бортику, и уже отлично. У него скорость более лучше, чем у него. И уже четко выходит с бассейна. Обратил внимание? Да, не сразу ставить. То есть под шумок граф прыгает, мы ее тоже. То есть она, да. Все нормально, видите? Возьми. А это до этого хлеба не корми. Она ушла, миледи. Возьми. Все, граф. Она сейчас сама... Вон она, видите, сама пришла, вон она ходит. Уходит от тебя, да, моя сестра? Да, да, посади ее туда, пусть загорает она. Давай, поднимайся туда. Не доверяет она. Эй, а ты что? Дорогие мои, то, что в бассейне он плавать не уходя, уже вам показывать это не буду, неоднократно показывал. Я с одной стороны, маэстро с другой, и вот так он 25-30 минут плавает. Но без этого ритуала у нас не получается. Ты что, графу, не получается, да, ни хрена? Ну, кому сейчас легко? Видишь, не всегда умом можно заработать. Конечно, в итоге что делаешь, прыгаешь в воду. Айма, двумя лапами отхочет. Вот да ничего себе, ты крутой чувак. Не надо пищать, ненавижу пищаться. Ты чё как девочка пищит? Ой, другое дело. Мужик, вот так должен, басом. А не ми-ми-ми-ми. Понял меня? Не пищи никогда. Басом. Голос. А ну голос. Иди, давай, прыгай. Давай, пошел вот. О, нет! Одной рукой уже его не закинуть. Иди, толстяк. Ах ты засранец, ее игрушку взял, прикинь. Вот ты какой, а. Не буду говорить, какой национальности ты ближе, а. Не буду говорить. Армяне тоже от них ничем не отличаются. Ах ты какой, а. Все, сама по себе, не обращай внимания, маэстро, пусть она ходит, адаптируется. Все, видите, я просто не обращаю внимания на нее. Достал. Ее больше бросать не надо, маэстро, пусть играется. Да, пусть играется, с ней бегает, пусть наблюдает. Дорогие друзья, с третьей попытки, наверное, все. Каждый раз, когда говорю, все, что-то происходит, фиксирую. Честно говоря, я даже забываю. Знаете, что у меня камера? Потому что я хожу за ними, наблюдаю. Все, сейчас оставшееся время мы миледи не трогаем. Она должна нам доверять, что мы ее туда не закинем. Поверить нам должны. И мы ее не закинем. Две игрушки. Посмотрите. Две игрушки схватил его. Я же говорю, он этой национальности, великой мудрой национальности.
Еще раз повторюсь, армяне ничем не отличаются. Это просто так шутят. Все, хвостиком виляет, доверяет, но мы ее не трогаем. Пусть наблюдает за графом, захочет прыгнет, прыгнет. Нет, нет. Да, это не с первого раза, никто не говорил, что с первого раза это все получится. Нам несколько раз надо будет это делать. Ой, какой мальчишка, а? Какой мальчишка. Как раз на улице погода холодная. Бегать не надо, а мы будем плавать. Нам есть чем заместить занятия. Что я сказал? Заместить? Заменить. Стой! Оставь! Кое-как научили команде оставить. Вон мартышка бегает, ухтышка бегает. Не, он это не будет прыгать, мальчик, близко. Близко, да? Да. Он не глуп, он тут такой не может. Вот, все, раз. Он даже, дорогие мои, ловко научился доставать мячи лапами, чтобы вы понимали. Не только прыгать. Оставь. Два движения и все. Оставь, ну. Вообще, и даже имя не называйте, пусть она доверяет нам, она только начала доверять, пусть она за графом наблюдает. Я даже прохожу ее, на нее не смотрю. Оставь, графучик, оставь. Граф, оставь. А он не где? Смотрите, сейчас он прыгнет, посмотрите на ее реакцию. Возьми. Ай, какой мальчик! Оставь. Граф, оставь! 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 Ой, тут, блин, ну что, один раз. Оставь! Быстро, ну, оставь! Молодец. Иди, бери. Знаете, как она за ним наблюдает. Все повторяет. Ну, как ей старший брат, младшие братья. Пошли, давай. Не-не, мы тебя не трогаем. Все, на четвертый раз все, отключаюсь, дорогие друзья. Наши занятия также продолжаются, дорогие друзья, мы не останавливаемся. Только посмотрите, пожалуйста, на эту мадемуазель. Пустышку. Посмотрите, она качается. Девочка есть девочка. Пока парень плавает, работает. Миледи, пустышка. Посмотрите, сейчас я ее раскачаю, она будет сидеть и кайфовать. Она наблюдает за графом, смотрите. Как же было показать, чтобы видели. Вот смотрите, он идет, смотрите, как она наблюдает. Вот, а она прям внимательно смотрит. Сейчас он выйдет, посмотрите, как она будет смотреть на него. Миледи, где граф? Миледи? Граф у меня. Сейчас, подожди, они поцелуются, маэстро. Они на курорте отдыхают. Он плавает, приходит, ее целует. Давай. Молодец. Наблюдай, наблюдай. Видите, как она обучается? Учись, моя девочка. Потом с воды не выйдешь. Занятие подходит к завершению. Естественно, мы их сушим, ушки закапываем и дадим им фрукты, яблочки, да, витамины дадим, только яблочки. Посмотрите, как они едят. Так, дорогие друзья, что мы делаем после плавания? Естественно, 35-40 минут собаки отдыхают.
закапываем вот эти капли и готовим, пока они отдыхают. У нас две порции, чуть-чуть отпустимся, две порции яблоки. Граф предпочитает зелененькие яблоки, она предпочитает желтые яблоки с бананчиками. Тут у каждого свои предпочтения. Сейчас они на команде ждать. Каждый положит, маэстро положит к ним миски. Маэстро, положи, отойди, посмотрим это заново. Давайте, маэстро. Ждать. У графа полторы яблоки. А у него чуть. Нет, миледи, ждать. Ждать. Отойди. Ждем. Не подходим без команды. Без разрешения не берем. Маэстро, давай. Можно. Можно, миледи. Нет, граф. Нельзя, граф. Можно. Граф, нельзя. Нельзя, это твоя невеста. На. Ей непривычно, понятно. Это без этого как. Все? Ничего страшного в этом нет. Витамины после баньки, после плавания, после тренировки, поесть, естественно, небольшой выгул перед сном и спать, и все чистое, намытое, искупано. И откуда у таких собак берутся агрессии? Конечно, у них не будет агрессии, дорогие мои. Смотрите на его телосложение после баньки и на ее. У него уже мощнее. Я не знаю, кто должен быть, чтобы мощнее графа был. Графучик. Нет, граф. Место. Миледи, можно. Граф, место. Маэстро, ты бьешь его? Конечно. Ждать. Ты его избил? Ну да. Кулаком. Дорогие друзья, на этом наш ролик завершается. Мы и так набрали вам сразу. И еще раз вам хочу сказать, и не в шутку сказать, насчет того, что мы сказали ранее. Естественно, мы просто так слова на ветер не кидаем. Как говорится, какой привет, такой ответ. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Ушки разбинтовали. Обратите внимание, это маэстро ее так развлекает, чтобы она навострила ушки, чтобы вам показать. Ну вот такой результат, смотрите, вот. Мы очень довольны. Неделя. Все. Что маэстро делает, посмотрите. У маэстро танцы такие специальные. Вот он отвлекает. Посмотрите, и она держит голову и поднимает ушки. Посмотрите. Необычный танц, зато скажут, все так могут. Не, Майс, такие танцы необычные. Только ты можешь. Такие. Ты и матранг. Да. Скоро и Милей тоже будет танцевать. Вот у тебя потягушки. Потягушки, посмотрите. Где потягушки? Вот так, мышцы, все, размялась, потому что утром добрый позанималась, позавтракала. Сейчас видно, что вы понимали. С праздником еще, 7.47. Ухтышка, мартышка готова. Всем с праздничком. С праздничком, да, но мы поздравляли, этот ролик будет позже. Не знаем когда, но будет позже. Ухтышка! Ухты! Ну все. Миледи, место! Миледи, место. Сейчас сядет и поднимет ушки, смотрите. Вот она, видите? Давайте сблизи вам покажу. Они, кому кажется, что они большие, они небольшие. Они точно подрезаны, если можно так сказать. Когда собачка вырастает, голова расширяется, ушки становятся меньше. Первый раз, когда мы забрали графа, я подумал, что за у него локаторы такие. А потом, когда подрос, нет! Нет. Ждать куколка. Вот так. Ух ты. Ушки. Ухтышка. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Нет, вы маэстро, смотрите, дорогие друзья. Не, он на камеру не делает, на камеру стесняется. Он свои танцы матранговские. Нет. Он просто не хочет, чтобы знали, как это делается. Конечно, секрет не надо. Не раскрывает. Вот так. Ой. Ой, ты красавец. Массажиром ушки. Так танцевать даже ушки не надо. Сами встанут, да? Конечно.
Сегодня у нас подготовительные занятия на выставке. Мы едем на выставку РКФ для того, чтобы позаниматься. Ух ты! Ухтышка! Ухтышка-мартышка! Маэстро ее учит кунг-фу, стиль Брус Ли. Обратите внимание. Посмотрите, как она дергается. Ой, дорогие, убираем со своей маэстро, дай бог тебе 100 лет жизни. Я сижу, кофе пью, и что, смотрю, он что-то крикнул. Я думаю, что он делает? Стиль кунг-фу у него, стиль Брус Ли. Она реагирует, смотрите как. Он уже раз три так сделал, и она сразу дергается. Но в чем преимущество? Она не боится, понимаете? Она атакует. Не, она боец. Здесь смелости, конечно. Ну, конечно, к боям готовим 11 числа. Боевая девка ждать. Сейчас так что вот так вот. Графа научил петь пацана, а девочку учит кунг-фу. Нормально все. Только так. Смотрите, как она за ним следит. Как она сразу атакует. Засранка. Сразу атакует, смотрите. То есть к выстрелам обучаем, дорогие друзья. Если кто-то будет стрелять, она будет нападать. Если кто-то поднимет ногу, все, будет делать карате на улице, он останется без стопы или без пятки. Ну иди сюда. О, господи. Вот так у нас начинается утро нескучное с игр. Ох, потягушки. Вот так вот. Ну, конечно, это все. Как растяжка. Да, все, растянулся. Кунг-фу, дорогие друзья, все. Ну, показывай тоже. Маэстро скоро будет не маэстро, а Брус Ли. Да? Чему тебя маэстро учит? Драться тебя учит? Ай, маэстро какой. Графа петь научил, а тебя драться. Ай-яй-яй. Господи, усястик. Дорогие друзья, у нас суббота. Мы подготовили клетку, отмыли. Ну, чуть-чуть здесь осталось внутри, а здесь, видите, все помыли, все сушится. Пятна. Обычно в ферри протер и все помыл. Сейчас мы будем ее привязку сделали мы обязательно. Вика сказала, прям до выставки сделать перевязку. Все бывает. Так, вот сегодня боевая перевязка. Так, теперь нам надо ее приучить в клеточку. Насильно не получится. Потому что, ну, боятся собаки. За день до этого надо за весь день. У меня задача сегодня, она отдыхает, вот она нюхает. Сейчас попробую ей дать кроличье ушко, вот это погрызть. Миледи. Вот так, вот так, вот так. Нет, отдай сюда. Как она взяла? Миледи, возьми. Все. Пусть там грызет. Вот так, мы графа так приучали. Если кто ролики видел, помнит. Ни в коем случае не закрываю. Со всех сторон все открыто, почищено. Сохнет. Вот она должна сама зайти и в этой клетке погрызть. Потом она поспит сейчас. В обед я убираю вот этот лежак, оставляю только клеточку ей. Грызи, грызи, моя девочка. Ушко грызи. И заодно посмотрите, как она первый раз грызет ушко. У нее ассоциация в клеточке должна быть хорошая. Давай, сегодня у нее белая корона, белый бантик. Отлично, все, все. Задача выполнена с первого раза. Все, она легла, значит, она доверяет. Глёзки. Не, как у нее берем, давай с глазок уберем. Боевой, я говорю, боевой. Так чуть потуго сделали сегодня. Вернее, чуть туже сделали. Перевязали. Все в песке было, все в пятнах. Ну, понятно же, но все равно. Чистенько. Вот здесь, видите, чуть-чуть пятнышки остались. Вот это сблизи так видно. А это в течение дня сразу тоже не хочу. В течение дня буду отмывать. Самуха, мы занимаемся, извини.
Все, дорогие мои. Сегодня, еще раз повторюсь, за день до выставки мы отдыхаем. Грубо говоря, взвешивание прошло, один день до боев собачка отдыхает.